Хабиб с Джики были капитанами, они выбирали команды. Вот, и я с Том попал к Хабибу. Ну, два футболиста, можно сказать, профессионально. А у них было фактически четыре игрока, которые играли, играют. Вот, так что... Как так получилось? Просто... Просто молодые перспективы, как говорится, были за Хабиба. Ну, мы бегали туда-сюда, короче, хотели выиграть очень сильно. Вот из-за этого. Больше хотели, я думаю, из-за этого. Ну, Хабиб в порядке вообще? Да, хорошо играет. Видно, что очень любит футбол. Одна сторона. One leg front, one side. Come on. Front side.